Привет, ребята! Сегодняшний урок был вдохновлен моим вчерашним посещением квартиры моей подруги, которая имеет ювелирный бренд и живет на Фрунзенской набережной. Вы сейчас видите на экране, собственно, картинка, которая меня вдохновила. Она вообще как бы не постановочная, я просто к ней заехала. И, собственно говоря, мы пили чай. А пока она отошла, я подошла к окну и сделала этот кадр. То есть совершенно не постановочная, но очень даже такая инстаграмовская и пинтерестовская картинка. И хочется ее показать именно в технике быстрого скетча. Хочется эффектно показать эту красивую красную стену, этот шахматный пол. Не поверите, приходя каждый раз в эту квартиру, при том, что она такая старая, находится в старом доме, стены все покрашены по 120 раз, 100 слоев, в ней прям, знаете, насыщаешься какой-то энергией. И когда ты заходишь в кухню, когда ты смотришь на окно, все беленькое, такое вот белое, деревянное, и вот это шахматный пол. Но когда отходишь, ты попадаешь как будто в другую комнату, вот эту красную стену. И я сейчас даже вот подумываю, где бы мне тоже сделать эту красную стену, потому что она действительно добавляет тепла, какого-то эффекта и смотрится очень круто. Давайте мы нарисуем этот эскиз в масштабе, то есть построим его, зная, что у нас потолок с вами 3 метра. А длина стены фронтальной чуть меньше. Давайте сделаем 2,70. Я беру масштабную линейку и попробую сейчас по 50-му масштабу. 50-й маловат. Давайте 33-й попробуем. 33-й. Итак, я беру фронтальная стена 2,70. Прочерчиваю ее. И высота 3 метра. Высота 3 метра. 33-й масштаб. Ну, возможно, получится мелковато, но неважно. Мы должны с вами уметь рисовать на любом формате. Какие-то эскизы крупные, какие-то мелкие. Дальше. Следующий наш этап – это высота линии горизонта. Фотографию я делала с уровня своих глаз, соответственно, это 1,50 м. Поэтому я и ставлю линию горизонта на высоту 7,50 м и отмечаю точечку схода. Точечку схода. Через крайние углы я провожу стены. У меня серый линер копик. Так, и стены. Еле-еле касаясь, пока я это все провожу. Заодно еще раз вспомним, как пользоваться масштабной линейкой и выстраивать масштабы. Сделаем покрупней. Дальше у нас на стене идет высокий карниз. Я рисую вначале в углу его профиль. Здесь и здесь. Дальше по линейке провожу горизонтальные линии и через вот эти уголочки и точку схода провожу их сюда на потолок. Так, так. И также на правую стену. Так, 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 так. Вот, я нарисовала карниз. Далее мне нужно определить глубину комнаты, сколько я вижу. Очень часто поступают вопросы, каким образом, так как в основном рисую быстрые скетчи, я не размечаю, сколько мне нужно метров. Но мы с вами должны отметить именно, сколько метров мы хотим показать. Я не измеряла, сколько метров конкретно данная комната, но я могу сказать, что ну, полметра до стола, а метр стол это полтора, потом еще стоит стиралка, это еще 60, это 2, и еще мы видим кусок следующего стола. То есть, грубо говоря, мы можем с вами нарисовать 3 метра. Поэтому, определив сейчас, где кончится у меня эскиз, я могу сейчас вот так очертить полностью рамку эскиза, все углы довести. Так. И вот это мне сейчас пол нужно разделить на 3 метра. Каким образом я это буду делать? Если бы это было 2 метра, я могла бы поделить путем деления. Ну, в принципе, можно и так это сделать путем диагонали. Но у нас два пути деления полное нужное количество метров. И для того деления, которое я сейчас буду делать, мне понадобится дистанционная точка. Дистанционная точка находится у нас на линии горизонта. Можно эту линию горизонта продлить дальше. Но мне нужно подложить листик, чтобы ее продлить так. За пределы эскиза я продлеваю линию горизонта. Сейчас будем искать дистанционную точку. Сделаю помельче.
Теперь мне нужно, чтобы ее найти, провести диагональ пола до пересечения с этой линией горизонта. То есть диагональ пола это вот из этой точки, вот в эту точку пола и до пересечения линии горизонта. И на линии горизонта я отмечаю вот эту дистанционную точку. Теперь я вот эту нижнюю линию пола измеряю в любом масштабе. Можно взять сотый, обыкновенная линейка, 16. Получаю 16, и мне нужно эти 16 разделить на 3. 15 на 3 – это 5, значит, здесь будет 5 и 3. Так, 5 и 3, и остается 5 и 3. Вот у меня получилось раз, две засечки, то есть метр, второй, третий. Теперь я беру вот эту точку и свожу ее в дистанционную. И то место, где эта линия пересечется с дальней стеной, я отмечаю засечку. Теперь вот эту точку свожу в дистанционную и отмечаю, где она пересеклась с моей правой стеной. Все, это я могу убирать, но мне больше не нужно. У меня есть две важные мне засечки. Через них я могу провести горизонтали. Это будет один, второй и третий метр. Вот таким образом мы можем разделить с вами полное любое нечетное количество метров. 5, 7. Ну, в общем-то, можно и на четное, но на четное я предпочитаю делить методом диагонали. Об этом в уроках в базовом курсе в моем все подробно рассказано. Но здесь, в общем-то, я вам уже половину из этого рассказала. Так, далее. Что мы делаем? Можно себе записать, чтобы не потерять, что это 33-й масштаб. Нам нужно разделить, построить кухню. Мы знаем, что глубина кухни 60. Соответственно, я могу взять 33-й масштаб, 60 отметить здесь. Это будет стиралка, у нее там 45. И 60 дальше пошла кухня, потому что в кухне всегда 60. Здесь также я отмечу 60. Это будет торчать вот этот вот ящик кухонный, который на фото торчит. Дальше. Прямо от угла начинается дверь. Сделаем ее 2,20. Поднимаю. Там она, наверное, даже чуть меньше, на 2,10. И сверху идет фрамуга. 2,10 поднимаю. Ширину сделаем, например, 80, 70, там 75. Можно 80 сделать. 80. Опускаю вниз и рисую наличник. Так, это у меня получилась дверь. В точку схода я свожу глубину проема туда, чтобы показать эту глубину стены. Толщину стены в глубине проема. Там внутри я рисую пол коридора. Это коридор. Дальше мы там будем видеть стену. Там опять толщина стены. И дверь в санузел. Там же немножечко мы с вами видим. Здесь прямо над дверью, чуть уже, чем дверь, и залезает немного на верхнюю нашу, ну, даже не на карниз, там идет под карнизом отбивка, да, белая, а у нас идет фрамуга, она идет чуть уже, вычерчиваю у нее рамку, так, и делю ее на 4, так, так, фрамуга, нарисовали. Теперь на стене здесь у нее висит шляпа. Дальше по всей ширине, примерно на высоте линии горизонта, висит 3 рамочки. В этих рамочках у нас расположены гербарии из горных цветов, которые были собственноручно собраны. Вот квартира с душой, куда, на какое место не посмотри, хочется сфоткать, и у всего есть история. Дальше идет у нас небольшое расстояние, то есть если вот это вот у нас на полу метр, можно на полу их сейчас расчертить, то нужно отступить примерно половину, и пойдет у нас место стола. Стол на высоте 70, я сейчас поднимаю 70. 70 поднимаем по масштабной линейке, по высоте. Через точку схода проецирую. Теперь ищу, где начнется этот стол, грубо говоря, через полметра, и будет чуть больше, ну, будет в районе метра. Соответственно, здесь он начнется, здесь он закончится. Дальше длина стола. Длина стола будет там в районе метра 20.
Я могу отметить 1.20 м, через точку схода спроецировать и здесь замкнуть. Так, провожу и здесь провожу. И свожу их в овал. В овал. Стол имеет толщину. Толщину. Так. И, соответственно, стандартный киевский стол здесь у нас крепится на трубу. То есть тут пойдет труба. Нарисовали конструктив этого стола. Вот таким вот образом. Дальше. Там сзади стоят два стульчика. Раз. Два. Две спинки. Посередине кружочки. Такие они идут раскладные. То есть здесь сикось-накось. Здесь идет сиденье. Сиденье. От руки я уже рисую, соответственно, это. Так. Ножки. Здесь тоже опускаю. Сидушка. Тут сюда. Здесь от сидушки туда. Нарисовали. На столе поставим вазу с цветами. Вазу с цветами. Ну, эти аксессуары, чайник, это можно делать, можно не делать. Дальше у нас на переднем плане будет стоять стул, но я его нарисую после того, как намечу кухню. Итак, сразу, где кончается стол. Вот у меня проекция точки, где кончился стол. На глубине 60 я отмечала... Ой, 45, извините, стиральная машина узкая. 45 я вот отметила, проецирую сюда вперед. Вот это будет стиральная машина, высота у нее... где-то 80, то есть я по масштабной шкале 80, это угол, провожу и через точку схода проецирую. Вот это у нее пойдет стиральная машина. Здесь она у нас перекрывает с вами часть стола. Так. Стиральная машина. Вот, стиральная машина будет. Соответственно, здесь будет открытая вот эта крышка. Ну, можно рисовать открытую, не открытую, неважно. Далее, чуть-чуть повыше, ближе к нам, чуть-чуть повыше, будет выступать уже столешница рабочей поверхности. Через точку схода провожу. Опускаю сюда вниз. И здесь я буду видеть... частично фрагмент вот этой рабочей поверхности. Я даже буду видеть больше, чем в кадре. Можно здесь наметить сначала раковины. Вот таким образом. А здесь висит красное полотенце, которое прекрасно сочетается с красной стеной. Так. Далее у нас есть с вами нависающие верхние ящики. Соответственно, у них глубина будет 40, они будут на высоте там, 50. От нижних, я отмечаю где-то 55 от нижних, через точку схода делаю сюда проекцию. А теперь отмечаю их глубину, можно даже 35 поуже сделать, проекцию через точку схода этой глубины. Так, и поднимаю вверх. Высота у них бывает разная, произвольная, рисую. И нижнюю точку тоже рисуем. Тоже буду видеть тут пару ящиков и снизу, соответственно, ручки. Все, с левой стеной мы их закончили. Еще здесь сверху выходит труба, которая ведет к вытяжке. Я рисую ее диаметр. И через точку схода я ее как бы сейчас спроецирую сюда. Она такая там будет гофрированная и перекрывать собой практически карниз. Теперь перейдем к правой части. Кухня начинается у нас, ну, примерно тут же, где и вот это. Значит, вот точка 60 я отмечала. Через точку схода делаю проекцию сюда. Поднимаю ее на высоту 80, да, высота кухни. Так, и завершаю, соответственно, здесь. Вот я буду видеть один ящичек. Через точку схода толщину столешницы наметила. И вот моя столешница. Соответственно, тут будет верхний ящичек и нижний ящичек ручки. Осталось наметить стул и светильники.
и шахматную расстановку плитки на полу. Итак, светильники у нее очень интересно висят. Один висит здесь над столом. То есть я могу сейчас вот эту точку с середины стола поднять наверх до карниза, спроецировать по потолку до середины. И вот здесь будет один плафон выходить, спускаться вниз до картин. И здесь, соответственно, будет висеть этот вот темный светильник. Темный светильник. Дальше. Второй светильник, который торчит на фото, он висит посередине кухни. Можно сказать, что это где-то здесь. Вот эту середину поднимаю до потолка, проецирую сюда и вешаю посередине кухни приблизительно здесь. Второй идет плафончик. Между собой они у нас вот так вот проводят электричество. И здесь висит второй светильник. Полной фотографии у меня его нет, мне останется его лишь додумать здесь, потому что у меня нету второй фотографии, но висит он гораздо ближе под потолок, второй светильник. Теперь стульчик, который стоит на переднем плане, он стоит под неким углом, поэтому я его четыре точки сейчас намечу на полу, то есть как бы под произвольным углом поднимаю. Дальше идет до со стыковки такая вот угловая конструкция, раз. Здесь точно такая же, два. Чуть выше поднимается, и к ним крепится спинка. То есть это тот же самый стульчик, но здесь мы видим его уже, всю его конструкцию очень хорошо. Здесь идет сидушка. Так. Сейчас можно взять уже будет черный линер и прорисовать уже конкретные линии почетче. И на полу шахматную доску. Соответственно, я на дальней стене сейчас делаю разметку. Сделаю засечки по 20 сантиметров. По 20, чтобы через них провести и через точку схода на полу разметку плитки. Можно крупнее сделать. У меня сейчас, наверное, мелко получится. Через точку схода. И, соответственно, дальше я разделяю их здесь. Здесь уже я сделаю на глаз, чтобы они у нас получились более или менее квадратные. Чем ближе к нам, тем больше. Ну, вот таким вот образом. Я думаю, что здесь можно закончить. На стене здесь еще также висит деревянная полочка. Можно рисовать ее профиль через точку схода, ее прорисовать. Но здесь она совпадает с точкой схода. И на ней стоит также две картинки. Одна поменьше, одна побольше. Через точку схода рамки прорисовываем. Здесь будет паспорту. И там у нас также с вами гербарий. Вот такое получилось построение данной кухни. Заняло оно у нас по времени 18 минут, но при том, что это построение с нуля, как бы полностью по размерам и по правилам, я думаю, что это немного. К этому надо стремиться. В целом построение интерьера простого должно занимать до получаса, а сложного, ну, допустим, час. Дальше наша задача, можно черненьким обвести, сделать уже такой супер быстрый скетч красивым, то есть уже подвести его к финальному прорисовыванию именно за счет линера, а потом подобрать наше ограниченное красивое число маркеров и сделать быструю эффектную заливку. Ну что, я тут за кадром подобрала цветовую гамму. Подобрала вот такие 5 маркеров. Это оттеночек Natural Grey 2. Это как бы нейтральный серый, да, или натуральный серый для заливки стен и всех белых поверхностей. Это BB92, это такой немного серо-зеленоватый оттенок для того, чтобы дальний план нарисовать то, что в проеме, либо какие-то еще дополнительные серые тени.
Это красный цвет R51 для того, чтобы рисовать нашу волшебную красную стену. Это BR32 для того, чтобы передать дерево натуральное. И SG11 темно-серый для контраста. Соответственно, плитка шахматная на полу, либо какие-то яркие тени. Но прежде чем мы сейчас приступим к работе с цветом, я сначала обведу черным линером. Можно взять какой-нибудь средний, не 0,1, не 0,8, что-нибудь среднее, допустим, линер 0,5, и им обвести самые такие яркие, красивые моменты, правильные линии. Итак, что я прорисовываю? Здесь у меня идет столешница. То есть, учитывая то, что я строила без карандаша, поэтому мне нужно сейчас прорисовать видимые линии поближе сюда, побольше их сделать. Так, здесь я опускаю вниз эту кухню. Кончается один ящичек. Здесь выходит крепеж, ручка. На ней висит полотенце. То есть сейчас я могу прорисовать здесь более так аккуратненько. А дальше. Это столешница. Вот она выходит. За ней я вижу кусок стиралки. Я уже могу не рисовать по линейке, а рисовать от руки. Теперь я рисую дверцу стиралки. Так, тут ручка. Внутри сразу можно ее немного подштриховать. Она стеклянная, здесь видно, что она немножко приоткрыта. Вижу ее основание. Здесь также основание. Дальше ручки на верхнем ящике. Здесь также выступает ручка. Прочерчиваю. Здесь, кстати, можно показать, что, допустим, этот ящик кончился. Тогда он уже пойдет в ту сторону по перспективе. Обвели, и нижний торец также обвели. Дальше на столе цветы. Я не подбирала маркеры для рисования цветов, то есть это уже можно какие-то дополнительные цвета использовать, если они у нас есть. Дальше подчеркиваю здесь столешница, вот эта, которая сходится сюда в овал. И здесь вижу здесь фрагмент столбика. И прорисовываю сейчас стульчик получше, спинку, толщина спинки. Дальше пошла одна ножка. Из нее здесь идет как бы перекрестье вторая ножка. Кусок спинки ножка. Здесь я вижу толщина и подушечка. Здесь идет подушечка и само основание. И там тоже кусок ножки спинка и на ней тут кругляшочек. Дальние стульчики. Можно на самом деле стену целиком залить красным, а эти стульчики потом вытащить за счет белого. Прорабатываю проход, портал вот этот вот белый. Поярче. Дальше вот этот светильник. Можно его немного вытянуть по форме, сделать его более таким вытянутым. А он матовый, поэтому на нем особо бликов нет, достаточно весь такой просто темный. Угол стены можно подчеркнуть, здесь также. Тут у нас идет фрамуга, можно ее показать уже потом будет маркером. Ну и соответственно плитку на полу тоже можно всю маркером сделать. Здесь пошел наш кухонный ящик, столешница, толщина столешницы. Так, и два ящичка. Здесь разделение, ручка. Так, если рисовали карандашом, то, соответственно, все обводим аккуратно и карандаш стираем. Так, наша шахматная доска на полу. Провожу. Ну вот, условно говоря, можно примерно на этом остановиться. Там светильничек, лампу вижу. Провода, да, такими смелыми линиями. Также можно подчеркнуть получше угол нашего карниза. Карниз можно пониже, как бы, ну, покороче сделать. А вот эту часть, которую я отделила, вот она будет просто та, что будет отделять белое от красного на стене. Здесь у нас рамки также имеют толщину. Теперь я вооружаюсь с вами 5 маркерами и начинаю делать заливку. Начать я хочу, конечно же, с красивой красной стены.
Итак, я возьму маркер наконечником лопатка и буду заливать вот такими вертикальными мазками. Мне нужно обязательно сначала отделить вот эти рамки, поэтому я их аккуратненько обвожу, чтобы на них не заехать, и обвожу шляпу аккуратно. И дальше мазком подвожу к проходу. Стулья я решаю закрасить. Так, там за ними тоже закрасить. Я их потом вытащу за счет того, что я прорисую их белой ручкой сверху. Дальше мазки делаю вертикальные. Вертикальные. Размахнуться и сделать как бы такой какой-то зигзаг. Вот сюда я зря увела, но уже увела. Тут особо негде, то есть я могу сейчас какую-то неаккуратную заливку сделать, но ее как бы делать тут особо негде. То есть если бы у меня большая стена, допустим, если бы вот это была красная, мне было бы на ней проще. Поэтому я сейчас делаю на этой. То есть я подвожу здесь к шкафчикам, здесь огибаю цветочки и здесь делаю вот такую заливку. То же самое я могу сделать здесь сверху. Тут у меня пойдет до трубы. Огибаю трубу, огибаю шкаф, огибаю шкаф. Здесь иду навстречу и тут завершаю. То есть можно вот таким образом сделать. Тут труба, трубу аккуратненько подчеркиваю. То есть какое-то неаккуратное завершение можно себе позволить сделать именно в данном случае на боковой стене. Эту стену хочется еще уплотнить, так как она у нас, особенно тот угол, находится в тени. Дальше у нас здесь висит с вами красное полотенце, на него тоже добавляю пару мазков. Дальше основной элемент, что составляет у нас этот интерьер, это вот этот темный светильник и шахматный пол. Заливаю маркером SG11 темный светильник. Также могу залить им конструкцию основания вазы. Вот там под столом, за столом, чтобы у меня выделился стульчик. Там стена красная и темная, но у меня она будет здесь в тени. Выделяю передний стульчик. Теперь начинаю делать шахматный пол. Выбираю любую одну плиточку. Начинаю остальные аккуратненько заливать в шахматном порядке. Старайтесь оставлять на них где-то что-то недокрашенное. Они должны быть такие свеженькие, аккуратненькие. Работаю я в данном случае наконечником пуля тоненьким. На каждой плиточке стараюсь оставить недокрашенность, чтобы оставался вот этот эффект быстрого скетча. Толстой лопаткой здесь тогда совсем у меня будет неаккуратно, поэтому я все-таки здесь стараюсь делать тоненькое, чтобы было аккуратно. Чем ближе ко мне, тем уже можно себе позволить, допустим, взять толстую лопатку и какие-то более такие вот смелые здесь мазки на плитке сделать, да, то есть какие-то, может быть, даже там неровные и незавершенные. Но там вдали как бы не размахнешься. Так, так. И, соответственно, здесь тоже можно немножечко вот так вот более неаккуратно сделать. Но когда уже становится мельче, туда вдаль лучше, конечно, сделать аккуратненько. Вы поняли, да, о чем я говорю? То есть какие-то вот эти квадраты можно позволить себе сделать не совсем аккуратно. Вот, вот такой у нас получился здесь шахматный пол. Шахматный пол. Дальше у нас подготовлен с вами деревянный маркер BR32. Эти маркеры мы с вами делаем шляпу. Тень, соответственно, там наносим. Дальше светильник на потолке второй. Оставляем на нем блик. Деревянную столешницу заливаем, оставляем блик. Вот здесь у нас также пойдет деревянная столешница. На ней я вот так сейчас покажу чуть-чуть а-ля текстурку.
И вот такой прямо сделаю а-ля быстрый набросок без проработочки. В шляпу добавляю еще тень. Здесь рабочую поверхность. Также давайте сделаем ее деревянную. Сейчас смотрите, значит, делаем несколько мазков. И она у нас остается деревянной, но при этом лайтовая. А следующий маркер, который мы берем, это BG92. Это серо-зеленый. Я интонирую за фрамугой. И внутри, там внутри. Так, дальше этим же маркером я наношу вертикальные мазки здесь на пол, подчеркивающие тени. Оттуда из коридора как бы как отражение в пол идет. Здесь торец у шкафа затемняю, здесь под столешницей также затемняю. Чуть-чуть красный размазался. Дальше добавляю цвет этот в трубу и в тень от люстры, чтобы у нас был объем. В карниз пару мазков. И на эту стену тоже можно добавить пару мазков, тень от картин. От столешницы, здесь в стекла пару мазков, и вот пока примерно так вот остановлюсь. Так как у меня еще подобран более светлый, это NG2, совсем светленький серый, которым мы пройдемся по потолку. Он не совсем, вернее, светленький, он примерно такой же по тональности, но немного другой по оттенку. Уплотняю им там вот внутри. Соответственно, фрамугу тоже. Здесь на картины тоже затемняю. Здесь, к примеру, если я хотела бы показать, что блестящая поверхность шкафов, можно было бы добавить вот блики. Да? То есть так более живо будет смотреться. Полы можно еще тоже немного добавить этого серого. И возьму наконечник браш и чуть-чуть затонирую потолок. Браш почему? Потому что кисть более сухая, и можно так более бледно и полупрозрачно рисовать. Теперь можно взять SG11, сделать фрамугу внутри все-таки более темную. Так, и можно там наличник тени какие-то чуть-чуть усилить, да, то есть там угол, допустим, более темный какой-то сделать. Здесь добавить тени от картин немножко, подчеркнуть. И здесь тени от картин. Вот смотрите, да, теперь, чтобы опять-таки сделать такой эффектик небольшой, я сейчас сделаю красивую рамку. Так. Ну, можно, соответственно, сделать ее по линейке. То есть это как бы обрамление нашей картины, где она у нас кончится. Мы можем обрезать, где нам понравится. Так. Уже, да, приобретает более такой завершенный вид наш скетч. Но, конечно же, мы сейчас еще его доделаем при помощи белой ручки и белого корректора. Для чего нам потребуется это? Для того, чтобы нарисовать сейчас стульчики, их спинки. Я взяла белый корректор за маску. Так, раз, два. И каркас уже можно сделать ручкой. Более такой тоненький. Подушку можно сделать более темно-серую. Здесь, допустим, где у меня серый линер тоже просвечивает, я это могу залить корректором. Сделать тут небольшие ушки, выделить опять-таки ноги можно. Их сделать толще при помощи корректора. Без вопросов. Тут, допустим, добавить еще в полотенце чуть-чуть белый блик. Можно прорисовать здесь раму фрамуги. Корректором будет потолще, чем бы я сделала при помощи ручки. Где нужно поаккуратнее, можем сделать ручкой. Так, чтобы оно было квадратненькое, такое подчеркнуть. Шляпу добавить блик. Вдоль шнура тоже можно белое в лампу блик. Картины тоже можно чуть-чуть белым подчеркнуть.
можно немного угол подчеркнуть. В плитку тоже при помощи белой ручки выровнять какие-то стыки. Ее сделать поаккуратнее. Именно не черным, обратите внимание, а белым, белой ручкой. И можно добавить блики какие-то, вертикальные блики. Будет тогда у нас плитка. На фотографии там у нас линолеум, но если бы это была плитка, то в ней были бы блики. Как в моем любимом анекдоте, если бы у рыбы была шерсть, то у нее были бы блохи. Так, теперь беру опять черный линер и уже дорабатываю детали, которые я не обвела при обводке. То есть поправляю ту же шляпу, допустим, да? Берем, поправляем картинки, подчеркиваем. Все-таки в быстром скетче линии и все линейное играют очень важную роль. Здесь идет у нас труба, там идет карниз. Труба, допустим, какая-то гофрированная, мы это показываем за счет линии. Так. Здесь наверняка будет какая-то ручка, тоже ее прорисовываем, только-то пусто. Также можно взять наконечником браш, линер, если есть, и ближайшие к нам плитки усилить, затемнить. Так, добавляем. Здесь, допустим, какие-то картинки можно также прорисовать, к примеру, здесь полочку. Прорисовать что-то, что у нас тут на картинах нарисовано. Здесь тоже добавить рисунки. В светильник тоже можно добавить проработки. Усилить здесь проводки, вот эти шнуры. Взять опять аккуратненько линером сейчас подправить здесь стульчики, которые у нас обрисовались при помощи корректора. Сидушку затемнить. Так, там также можно наметить, что там у нас идет дверь, на ней там филеночки, ручка и филенки дальше пошли. То есть детализировать именно за счет уже линий. Так что вот такой получился. Здесь можно белый шнур еще какой-то, чтобы не было очень глухо. Здесь добавить белые блики, подчеркивая, что это стекло. А в эту полочку также можно добавить дерево. Цвет дерева, подчеркну, что она деревянная. В шляпу тень, в светильник тень, в столешницу тоже можно немного усилить. К примеру, вот на эту красную стену слева, чтобы она стала плотнее, темнее, можно также добавить вот этот коричневый, как бы поверх красного. Его особо не видно, но он его уплотняет. И здесь тень, к примеру, от стульчиков. Ну, вот такой у нас получился быстрый скетч. Вот это у нас белая с вами сидушка. Можно ее чуть-чуть затонировать сереньким, чтобы она не была такая супер белая. И линером еще проработать каркас ножек. Каркас ножек добавить, к примеру, еще вниз тень от стула. И если еще набирается по тону, то туда в коридор еще усилить, затемнить. Даже на фотке там достаточно темно, голубоватенько, так и темно. Здесь карниз можно еще потемнее. Здесь и вот снизу, здесь бы я еще карниз подчеркнула линером. Так, это у меня разница в цвете, а карниз чуть повыше. Так вот. Ну, вот такой получился в плане заливки быстрый скетч. Маркеров немного, но красиво, эффектно выглядит. Еще хочется добавить мне вот в эту трубу сюда тень. И чтобы на самом деле она так не выделялась, вот этот забор, который я сделала, можно взять белый корректор за маском и добавить сюда такой, ну, какой-то один общий единый блик на всю трубу, чтобы немного разбавить, да, вот это все, что на ней. Когда подсохнет, я, соответственно, это просто серомаркером затонирую. На пол также, если хотим, можем добавить какие-то более яркие белые блики. Если нам нужно... Так, тут у меня кляксочка получилась. Аккуратненько сейчас я уберу.
наличник усилить побелее, к низу можно также это корректором добавить. Главное, смотрите, чтобы в итоге линия была ровненькая, поэтому нужно, если добавляли корректором, потом ее поправлять при помощи линейки, чтобы было ровненько. Вот видите, как вполне можно нарисовать себе, допустим, стульчики поверх яркой стены, и даже они будут не розовые, то есть не особо просвечивать. Чем я буду маркером обводить вот эту вот каждую линию, да, вокруг этого стульчика. Так что возьмите на заметку. Заливка получилась не такая уж совсем уж быстрая, как хотелось бы, но зато скетч выглядит действительно таким ускоренным и эффектным. На этом прощаюсь. Не забудьте, когда подсохнет, вот сюда добавить маркером, чуть-чуть это приглушить. Все, пока-пока. Thank you.